Снова здорово, господа, на связи Роман и канал Freez & Games, а у нас Галактика Героев и Великая Арена. Третий раунд, и скорее всего это будет сливной раунд. Вот, а что касательно прошлой серии со звуком, я забыл переключить режим записи из стрим в запись. Соответственно, звук от игры записывался одновременно на ту же дорожку, что голос. И разделить их никак невозможно было. Обычно я записываю, потому что в две дорожки, и делаю игру потише. Но, к сожалению, в прошлый раз я затупил, а перезаписать, ты сам понимаешь, что, ну, это нереально. Поэтому такая фигня. Вот, насчет того, что это сливной раунд. У соперника 1759 очков, это достаточно много, по крайней мере для, для меня точно. У меня нет массовиков-затейников. У пацана массовики-затейники имеются, и он ими, естественно, грамотно воспользовался. О чем это я? Это я про Гривуса коронавируса, про Энакина, допустим. То есть эти два пацана уже, в принципе, могут легкие пачки забрать на раз-два. Что он, собственно говоря, и сделал. Он вынес всех с одного раза. Вынес всех достаточно-таки, судя по всему, неплохо, потому что 1759 очков это прямо-таки да, это прямо-таки хорошо. У меня же так не получится. Вот, поэтому я думаю, что мы сейчас будем экспериментировать. Сольемся, ничего страшного. В любом случае, на Древана мы пойдем, я думаю, что Древаном, у нас особо выхода нету. Единственное, что я вот думаю отказаться от СС в нашей пачке. То есть я возьму Древан, АШК, Бастилку и возьму Малака. А ССовца брать не буду. По идее, мы должны и так затащить, потому что ПБшка у него слабая, АШК у него слабый, и опять же ССовец его тоже никуда не годный. Ну, сюда только если. Так, давай. Ну вот, о чем я тебе говорил, что ССовец у него никуда не годный. Он ушел сразу же. Минус. Это не работает. Не работает система. Допустим, 60 очей. Неплохо. Неплохо, хотелось бы, конечно, лучше, но, блин, ну 60 очей это, в принципе, меня более чем устраивает. Ладушки, помчали дальше. У нас остались здесь старички. Старички на 85. Старички на 85. Здесь у нас остались ППшки на 67. Кайло слабенький, Кайло без реликвий. А, нету у него дзеты на уникалке, только на лидерку. Допустим. И сестрички на 81. Угу. Так. Здесь у меня сразу вопрос. С Ревана на кого сливать? На стариков или на сестричек? Допустим, если я с Ревана сливаю на сестричек, то тогда стариков я забираю кем? На стариков я, в принципе, могу имперцами забрать. Так, давай сначала тут разберемся. Я беру с Ревана. И одного кого-нибудь я, наверное, выкину из отряда. Есть вариант убрать генерала. По идее. Опять же, имеет ли смысл его убирать? Как думаешь? Ну, давай поэкспериментируем. Раз уж я уже зляпнул, да? Что мы экспериментировать будем? Значит, будем экспериментировать. Метка, шметка, метка, шметка. Давай, наверное, сюда. Ага, как-то сильно быстро это прошло. И это сильно быстро прошло. На шкалу хода, на здоровье тыкаем. Так, минус, 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 минус. Теперь давай тебя будем контрить. Блин, раскинуть или добить? Давай добью. Потому что если я раскину, то она успеет оживить мать. А нам этого не надо. Этого нам делать явно не надо. И теперь можно и раскинуть. Спасибо. Массовочкой бахнуть. И вдвоем. Так, теперь сюда.
И вот так. Хорош. Хорош, допустим. Так, у нас остались ППшки и старики. ППшки и старики. По идее, следовало бы лучше забрать ППшек для того, чтобы посмотреть, что у нас сзади творится. Но кем? Но кем? Опять же, можно было бы, в принципе, сгонять сестрами. Но сестры слабые. Не хочется туда идти сестрами. Стариками. Старики сильно для них сильные. Жуки тоже для них сильно сильные. Солянкой какой-нибудь. А солянкой какой? Например, возьму Дукича. Допустим. Дальше возьму... Заберу Асаж, тогда сестры развалятся. СС могу взять. Гривус коронавирус. Мародер. И кого-то еще одного. О. А давай попробуем. Эксперименты так эксперименты. Допустим, вот так. Есть. Офицер. Скотина. А ну. Но он без реликвий. К сожалению. Блин, вот Сидиуса не надо было брать. Зачем я Сидиуса взял? Вот Сидиус нам сейчас реально всю картину подпортит. Он же сейчас умрет. Он ведь сейчас помрет. Понятно. Блинский, зачем я его взял? Я его взял с расчетом на то, что он будет вешать запрет на лечение. Но у нас запрет на лечение вешает не только Сидиус. Поэтому, то, ох, как зря было его брать. Зря очки только потеряю. 54. А ведь могли 60 взять. Могли же? Могли. Ну ладно, бестолочь. Что теперь поделать? Ёбана-корёбана. Вот это да. Так, подожди. Подожди. Надо мне... тогда посмотреть, что у нас там по контрпачкам. Что у нас по контрпачечкам будет твориться. У нас грива в седьмой реликвии. Кого? Кем забирают гриву? Так, грива, 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 грива. Где же ты, гривушка? Вот он, гривушка. Среван, Падме, клоны, Бастила, Древан, сестры, Палыч может забрать. А, ну Палыч с кем может забрать? Палыч, это имеется в виду император. То есть это Палыч, это Ведро, Таркин, Сид. Блинский. Жуками точно не вариант. Скотина. Вот это я не ожидал. Я думал, что он Гривусом массовиком пошел в атаку. Траунс хоть... Ах, ты ж скотина. Блин, раскол бы так-то в гриву пихнуть.
Да, грусть, печаль. Что и следовало доказать. Ну, не ожидал я, честно, не ожидал. Вот опять же бомбить сейчас гриву, но мне некем бомбить гриву. Некем. С жуками идти. Да жуки не справятся. Старыми. Старые не справятся. Мы сейчас старыми против старых пойдем. Бля, вот это поворот. Первые битвы шли хорошо. Начало было просто хорошее. Потом пошел Сидиус, а потом я увидел Гривуса Коронавируса. Угу. Я вот сейчас воюю старики на старики и думаю, как же мне забрать гриву. А у меня, кстати, и вариантов же еще, что самое интересное, не осталось. У меня единственный вариант — это жуки, все. Так. Хорош. Ну давайте, пацаны, отхиливаемся. Допустим. Так, на флоте нас ждут сюрпризы? Нет, на флоте нас сюрпризы не ждут, поэтому мы возьмем, наверное, вот так вот. И будем даже без подстраховки идти, скорее всего. Или надо было санфака брать? Красиво. Отлично. Ну так... Вот как можно было так? Вот объясни мне, как можно было так не добить? Ну такую соплюшечку же, такую сопелечку, ну просто на донышке. Но нет, не зашло. Теперь зашло. Допустим. Ну, здесь я не знаю, слушай. Ну, прям вот вообще не знаю. Допустим, клонов-то я могу попробовать как-то сестрами еще забрать. Тоже, конечно, не факт, что это получится. Да, они по скоростям сильно выигрывают. Где у меня файвс? Вот он у меня файвс.
Есть, минус Файвс. Дальше Эхо. Ух. Больно так как было. Блин, что ж мне с Грибусом-то делать? Проблема в том, что он еще, скорее всего, разогнанный. То есть это я сейчас даже если зайду с жуками, он может один раз бахнуть, и это будет все. Но у меня нет вариантов. Только не массовочкой, только не ходи массовочкой с первого раза, прошу тебя. И сейчас массовочка еще, да? Да. Да. Вот это он, конечно, качественно мне подкинул засаду. Нет, вариантов нету. У меня, в принципе, и пачек уже нету, да, и изначально было понятно, что мне гриву не забрать, потому что сревано я слил, древано я слил. Можно было бы, конечно... Но против Древана мне некого было сопоставить. То есть мне в любом случае на Древана надо было идти с Древана. Вот с Ревана я немножечко, конечно, зря посливал. Это я сейчас пытаюсь ошибку свою понять. С Ревана я куда слил? На сестер? Я забыл. Да, на сестер вроде. Вот этого делать не надо было. Опять же, пошел бы я с Реваном. Метку я бы кинуть не смог кинуть. Потому что грива изначально в инвизе. Это надо Древаном идти. Надо было с Древаном пробовать Древана забирать. А, я не могу его сейчас скорость посмотреть. .286. Ну, у меня с Древан скорее бы всего первый сходил. Да. Ну вот тебе урок на будущее. Надо было Древана забирать с Реваном. Стариков также стариками. А, ППшек солянкой без Сидиуса. Сестричек. Ну вот единственное, что вот сестрами, сестер чем бы мне надо было бы тогда забирать, единственный вопрос. Жуками. Ну там чума. Хотя сестры слабые. Можно было бы и жуками забрать. Тогда клонов мы бы забрали. Не знаю чем. Но забрали бы чем-то, да? Ну короче, да, ошибка была здесь в том, что я все-таки поспешил. Надо было древо, но надо было основную силу засухарить. Но я реально думал совершенно по-другому. Я очень сильно рассчитывал, что он использует Падме. Он использует Гривуса, ну Падма имеется в виду с Энакином, использует Гривуса, использует Сревана, он все пойдет этим в атаку, что он не будет ставить это в защиту, но он поставил защиту. Здесь мой косяк, здесь я просчитался вообще как бы без вариантов. Ну, не зря, опять же, он находится на первом месте. Вот, поэтому нам светит, скорее всего, второе, третье, там по ГМ опять же будем смотреть. Ну, итоги узнаешь уже непосредственно в следующей серии. Вот, ну а на этом у нас, наверное, все. Если интересненько, то обязательно подписывайся. Жду, как всегда, тебя в комментариях. Большое спасибо, что посмотрел. И если досмотрел, то да пребудет с тобой сила.